под номером 1 Окинава, величайший герой. В нашем мире у большинства людей есть суперспособности. Мы называем их причудами. По мне не скажешь, но я величайший супергерой. Мое геройское имя – Всемогущий. Меня называли символом мира. Я спас тысячи людей, но мое время уходит. Я был тяжело ранен, и силы покидают меня. Я должен найти достойного преемника и передать свою силу ему. О, мальчик, тебя как зовут? Я Изуку Мидория. Юный Мидория, я вижу, ты достоин. У тебя и костюм уже есть. Нет времени объяснять, я отдам тебе свою силу. Чего? А, ну и еще, ты должен поступить в Геройскую Академию. Все крутой, непростой, мы будем с тобой. Я верю, что ты в душе герой. Всемогущий, как же мне стать настоящим героем? У меня ведь нет суперспособностей. У всех есть причуды, кроме меня. Юный Мидория, ты должен очень много тренироваться, стать сильнее. И я уверен, друзья тебе в этом помогут. А я пойду. У меня там доширак в примерке заварен. Я собираю информацию о разных героях и об их причудах. Понаблюдаю за другими учениками Академии и узнаю, как они тренируются. А что может быть лучше, чем наблюдать за студентами Академии в их естественной среде обитания. А вот и первый представитель вида – Шота Тодороки. Тодороки – очень редкий экземпляр. У него целых две причуды – лед и огонь. И несмотря на то, что у него сильнее развита ледяная причуда, весь фандом считает, что Тодороки – огонь. О, тоже это там. Это Кацуки Бакуга, гопарь обыкновенный. Его причуда – взрыв. Этот самец очень агрессивный. Его яркий окрас – сразу предупреждает других хищников об опасности. Сейчас всех порешу! Среди любителей натуралистов он носит имя Тукан Бамбукан. О, кажется, эти два самца заметили друг друга. Я тебя сейчас на куски порву, двумордый! Я тут величайший герой! Тебе никогда не стать величайшим героем, если ты не умеешь свой характер. Героем номер один стану я. Каждый демонстрирует свою доминантность. И кажется, сейчас мы увидим их спарринг. Мы бы сразились в боевке на 10 минут, но это сценка. Поэтому станцуем двумордой. Как прекрасен дикий мир Академии. Чуть позже в качалке. И
я сделаю это ради вас, мужики! Один! Привет, ребята! Можно мне с вами потренироваться? Тикай отсюда, придурок! Конечно, можно! Я Каминарин. Моя причуда – статическое электричество. А еще он может заряжать телефоны. Эй, ребята, не все сразу, а? О, круто! А то у меня 1% остался. Эй, стой! Это не так делается! Круто, спасибо! А моя причуда – клейкая лента. И я тренируюсь ей управлять. Я могу создавать лед правой рукой и огонь левой рукой. Лед правой ногой и огонь левой ногой. А я тренирую свои шары. А я вообще с тобой не буду тренироваться, тупой Деку. И мы с ребятами начали наши суровые тренировки. Я в душ. Слышь, отошел, я первый. Мыло уронил. Парень, пошли подглядывать за девчонками в женскую раздевалку. Нет, ребят, подглядывать за девчонками — это как-то не по-геройски. Да все герои так делают. Узнаешь, как они тренируются? Да, мы просто посмотрим их тренировки. Ну, ладно. Сломала ему позвоночник. Теперь он питается из трубочки. Ого, круто! А напомни, за что ты так тех парней побила? Они подглядывали за мной в раздевалке. Ла! Блин, пацаны, валим отсюда! Тихо! О, девчонки, смотрите, что это здесь? Какая-то тетрадь. О нет, я обронил ее! Спарринг Тодороки и Бакуго, автор Мидория Идзуко. Они встретились лицом к лицу, вокруг ни души, их взгляды пересеклись. Бакуго заглянул в глаза Тодороки и увидел, что парень напротив него тоже не может уже сдерживаться. Искра, буря, безумие, они слились в горячем танце, их тела... Они оба тяжело дышали, и Бакуго прошептал: «Тебе все равно никто не поверит, двумордый! Как прекрасен дикий мир Академии!» Но я писал совсем не это! О, 4 целых позвоночника! Сейчас мы это исправим! Я не хочу умирать! Вечно встаешь у меня на пути, ледяной урод! Пора покончить с этим. Я тебя уничтожу. Стойте! Прекратите! Не вмешивайся, Мидория. Мы должны выяснить, кто из нас лучше. Свали, тупой Деку! Я и тебя зашибу! Бук справа. Бук слева. Щелбан. Подножка. И апперкот. Тодороки,
Бакуга, вы же такие классные! Зачем вы постоянно ругаетесь и выясняете, кто из вас круче? Да вы все здесь, в Академии, офигенные! Вы такие особенные, у вас такие причуды! Вместе мы непобедимы! Плюс ультра! Да нафига вы мне сдались? Я один стану величайшим героем! Ненавижу! Особенно тебя! Меня? Да не тебя! Его! Тупой Деку! Лох без причуды! И все вы меня бесите, бездарности! Только что на территории Геройской Академии прогремел огромный взрыв пукана. Множество разрушений, объявлена эвакуация. Слышали новости? Надо спасать людей. Мы выведем всех в безопасное место. Стойте! Но там ведь был Бакуга. А кто его спасет? Мы поможем разнести завалы. Но... Мы потушим пожар. Я не могу его бросить в беде. Он ведь мой друг. Бакуга, держись! Я иду! Хорошо, что мы успели вовремя. Да, обошлось без жертв. А кто-нибудь видел Мидори? Ква? И где Бакуга? Может, они в беде? Пойдемте их искать. О, смотрите. Мидори спас Бакугу. Вот они. Молодец, Мидори. Деку. Все хорошо, потому что я здесь. Юный Мидори, я вижу, ты стал сильнее. Вижу твое стремление. Думаю, ты готов стать величайшим героем. Ты будешь моим преемником. Я отдам тебе свою причуду и... Станешь ты одним из нас! В Академии каждый герой бомбит его в кусок и любовь. Это быстрее всех. Вообще огонь! Ты не станешь мальчик мой, засияешь небе звездой. Все мы тут разные, сильные, классные. Моя Академия! Один за всех и все за одного. Величайшим героем стать лишь тебе дано. Не сломайся, не сдавайся и не теряйся. Без причины стать героем, ты не сомневайся. Мы поможем, ты все сможешь, не сомневайся. Все не верят тебе, потому что ты герой. Ты сияешь, ты теперь звездой. Побеждаешь зло одной рукой. И даже Бакуга побит больше всех тебя. Герой наш Мидори, я. Сын мира теперь с тобой. Миру нужен новый. Юный Мидори, а вот и моя причуда. Но я думал, я стану величайшим героем. Ха-ха-ха, я пошутил, юный Мидори, с 1 апреля, мальчик мой. Чтобы стать величайшим героем,
ты должен тренироваться и побеждать злодеев. Еще 10 сезонов по 24 серии и 5 полнометражек. А пока вот, кушай вафельку и набирайся сил. Ну тогда встретимся в новом сезоне!